шумим. Противник совсем рядом. Сейчас покажу их. Их там целая толпа. Подбираюсь к цели. Двигаюсь к противнику. Готово, главный. Выбираю позицию. Ракетчик на прицеле. Противник, вон там. Сейчас будет скан. Скоро мы увидим все. На скане их целая толпа. Вижу, гады. Ничего нового. Узнаем дежурный. Не спи. У меня уже мурашки по коже. Если враг здесь, он замерзнет раньше, чем мы его найдем. Что за хрень? Паттерсон, убей! Тревога! Кто там у нас? Черт! Опасный ты противник. Там противник. Вижу противника. Ищу удобную позицию. Готов стрелять. Есть, командир. Иду. Цель взяла. Иду, цель на мушке. Все чисто. Прикрой меня. Отлично. Тут врагов нет.
Цель уничтожена. Я готова.
До серверной фермы уже не доберутся. Черт. Штурмовик! Покойники. На подходе еще противник. Браку! Командир, берегись ракеты. Теперь Калакам не на чем будет отправлять подкрепление на серверную ферму. Будет проще.
резервным сервером и спасти систему охлаждения. Отличный результат! Осторожно, там связист! Огонь! Огонь! Вот, берегись, сюда прут еще враги! А он нам пригодился бы. Сейчас будет скат. Есть фора.
боевой дрон. Поддай жару, Фиксит! Меняю позицию. Сейчас подберусь. В том же духе. Боевой дрон готов. Сейчас мы их покажем.
Я заметил ракетчика. Вижу, гада. Так их, командир. Вижу, вон там. Вон там! Движение! Осторожно. Враг уже ищет. Вижу придурка. Вон там. Отлично. Вижу вон там противника. Черт! Вижу придурка. Вон там. Готова стрелять. Все, вижу. Все, порядок. Вижу, гады. Здорово. Смотрите в оба, они могут быть где угодно. Будьте начеку. Похоже, в нашем сердце враг. Понял. Будем искать противника. Да, они где-то здесь. Больше я чую. Приближаюсь к цели. Командир, я потерял. Ищу удобную позицию. Противник где-то рядом. Есть, командир. Цель смылась. Так, ладно. Смотрите, оба они будут не угодно. У нас тут турель. Давайте ее отключим. Ты пытается убежать отсюда. Там штурмовик. Будьте начеку. Не проспите пока. Круто бьешь. Противник, вон там. Вижу придурка. Вон там. Вижу вон там противника. Опасный ты противник. Вижу, гада. Thank you.
прицелился в тяжеловеса. Враг на прицеле. Смылся. На прицеле тяжеловес. Все цели ликвидированы. Зашибись. Объект зачищен и переходит под контроль изгоев. Боумен, Ито и это Номад. Задание выполнено. Серверная ферма в наших руках. Это бесценные данные. Отличная работа. На международных переговорах у нас на руках будут солидные козыри. Волколакам удалось прихватить с собой некоторые данные. Неизвестно только какие. Наверняка скоро мы об этом узнаем. Судя по полученной информации, волколаки что-то строят. И больше всего это что-то похоже на съемочную площадку. Что за хрень эти волколаки собрались там снимать? Не знаю. Будем выяснять. Конец связи.
Боумен, это Номад. Слушаю. Номад, здесь будет сложно. На научной базе проливов осталось много данных по когтю. Сэм Фишер с ним разобрался, но эти данные не должны попасть в руки врага. Не хватало только, чтобы волколаки устроили нечто в том же духе, как вспомню. Сперва нужно ослабить волколаков, а уже потом идти на объект. Тебе не помешает дополнительная огневая мощь. Например, БТР волколаков. Угони его. Уничтожь их транспорт, чтобы им не на чем было вести подмогу. Там есть два объекта, где держат пленных изгоев. Освободи их, и они усилят наших союзников на земле и в воздухе. К финальному этапу операции нужна будет подготовка. В регионе есть несколько электростанций. Взломай энергосеть и устрой на научной базе мощный скачок напряжения. Он поджарит диски с данными, которые там хранятся. После этого займись системой безопасности и серверами базы, чтобы изгои потом спокойно взяли объект. Принято. Конец связи. Вижу прибыток. Вон там. У нас противник. Ого. Вижу связиста противника. Яблочко. Врага видели рядом, пока не расслабляемся. Внимание! Вижу противника! Всем приготовиться! Огонь на поражение!
Как раз, когда он бы не помешал. Отбросьте их! Если он меня заметит, то убьет пленника. Я бы сейчас лег в койку и посмотрел кино. Да, это точно. Есть у меня и водитель.
противнику. Это ты? Слава богу. За мной, только тихо. Тут еще остались волколаки. Они мрази каких мало. Иди вперед, призрак. Я подбираюсь к цели. Готова, с целью. Ищу позицию. Можно бить. Волколаки, они бы меня убили. Они убивают всех, кто им противится. Просто чтобы запугать людей. Не бойтесь, я отведу вас в безопасное место.
Меняю позицию. Есть. Готовлюсь к атаке. Я иду. Тут у меня тихо. Стреляю по команде. Черт, потеряла. Прицел на видео. Я потерял цель. Понял тебя, связист. Спасибо. Спасибо вам огромное. Осторожней. Здесь еще есть волколаки. Эй, кажется, там кто-то шумит. Интересно, надо сходить глянуть. Шикарный вывод. Яблочко. Эти сволочи, они убили моих друзей. Они за все ответят, я обещаю. А теперь идите за мной, с вами все будет хорошо. Волколаки намерены свалить вину за свои преступления на Россию. Похоже на то. Не волнуйтесь. Изгои скоро возьмут регион под свой контроль.